Приветствую, рыбаки! Валера Рыбак на связи. Каналу скоро год, ребята. Я вас с этим поздравляю. Всем ни хвоста, ни чешуи. Вы все, кто пишет мне комментарии, дает дельные советы, огромная вам благодарность. Ну и свой канал год назад я начал с того, что сделал небольшой обзор воблеров, ребята. После этого прошел целый год, мы писали некоторые видео, вы комментировали, я пользовался вашими советами, ловил трофеев. И сегодня мы попробуем, я попробую, ответить на самый частый ваш комментарий. Назови три воблера, которые ловят и зимой, и летом, ну, в общем, круглый год. И сегодня я назову эти три воблера. На них есть также китайские подделки, копии или реплики, как вы называете. Так что смотрим. Ребята, я прошу прощения за то, что я не так часто выхожу в эфиры, как нужно, потому что работа, домашние дела и все остальное, ну, вы сами, в общем, понимаете. Ребятки, прежде чем начать обзор воблеров, я прошу вас, если вы хотите поораторствовать или же сделать рубрику «Говорящие руки», присылайте мне свое видео на мой телеграм-канал, который я здесь под этим видео прикреплю внизу в описании. И я выставлю это видео и с вашим дельным советом, или с вашим супервоблером, или с вашим суперспиннингом. В общем, или какой-то лайфхак по ловле судака, или еще какой-то рыбы. Будем публиковать ваши видео. Новая рубрика «Рыбалка с подписчиками». Вот. И прошу вас снимать, если вы снимаете на мобильный телефон, мобилочку надо ставить вот так, не вот так. Итак, начнем наш как бы топ воблеров, которые ловят круглый год, ребята. И начну я этот обзор с воблера самого известного, ребята. Это мой самый фаворит, который наловил в этом году немерено судаков, я даже не знаю сколько. Это Z-Bass Rich, ребята. Вот такой вот он. У меня их несколько цветов. Вот, это я вам один показываю. Вот, в кислоте. У меня также есть там еще и в натурале, и клоуны, короче. В общем, ребята, Z-Bass Rich первое место, ребят, немерено судаков. Ловит круглый год. Ловит, да, несмотря на то, что он такой маленький, ловит зачетных судаков. И я на него ловил трофейных 70 сантиметров. Фоточку сейчас покажу. Вот. Короче, Z-Bass Rich. Следующий воблер, ребят, всеми известный, убойный. Это у нас Evergreen Sidestep 95, ребята. Это воблер тоже ловит круглый год. Несмотря на то, что он такой большой, он ловит и летом, и весной, когда судак не сильно активный. Своим вот этим вот он сманивает судака, наверное, с метров с 10. Даже пассивный судак его кушает. Даже когда он вообще судак не хочет есть и проплывает этот воблер, он с ним то ли играться начинает, в общем, он на него вот так вот ложится. И я часто своих судаков за брюхо ловил. То ли он есть его не хочет, а просто играется, либо его он приглушить хочет, чтобы потом съесть. Ну, в общем, ребята, второе место. Evergreen Sidestep. Убийца на все сезоны, короче, судака. Огонь воблер, рекомендую. Сейчас его очень трудно достать, ребята, но если он вам попадется, ребята, берите, не думая. Любые цвета ловят,
любые цвета. Ну и третье место, ребята, которое я вам рекомендую, это воблер «Мой разведчик», вы уже в предыдущих видео видели, это Magul Minow Dart 88, ребят. В любых цветах, практически любых цветах, у меня есть все цвета, он ловит, ребят. Воблер ловит круглый год. На разведку с ним ходить можно. Простреливать незнакомые места тоже можно. Прощает любые ошибки. То есть он на равномерке, он отлично работает. На течении ему цены нету просто. Он создан, такое впечатление, под все условия. На тихом течении им можно подтвичивать. На равномерке, на большом течении просто равномерочка с увеличением оборотов и затуханием. Ну, в общем, катушечка, когда вы крутите, то я все проводки напишу детально, какие использовать под каждый воблер. Так что, как-то так. Вот мои топ-3 воблера, ребята, которые у меня постоянно лежат в коробке. И они оттуда никогда не выходят. Они постоянно там лежат, и я на них ловлю, ребят. Исключение я беру, когда я какой-то воблер пытаюсь для вас разловить и показываю. Также хочу напомнить, ребята, что у нас проходит конкурс. Вот в этом видео, я сейчас здесь ссылочку прикреплю, и мы на год каналу разыгрываем силикон от M5 Craft, ребят, вот он. Тут 5 пачек этого силикона у меня есть, тут известный радиатор есть, вот, и этот, как ловит этот радиатор, я также вот здесь прикреплю видео, мой коллега Игорек, привет, очень хорошо на него бомбит окуня. Ну и я тоже на этот силикон в видео ниже, посмотрите, там окунь на каждом забросе, тоже успешно на него отловился. Так что мы разыгрываем вот этих 5 пачек силикона и я обещал вам показать воблер. Мы разыгрываем воблер Sidestep 95 от Evergreen на год канал. В общем, напоминаю вам вопрос, который нужно ответить под вот этим вот видео, которое я здесь прикреплю. Или вот здесь вот фотография этого видео будет. Когда открылся мой канал? Очень простой вопрос. Напишите мне в комментариях под этим видео, которое я прикрепил. И мы на год каналу, я думаю, что 10 или после 10, когда я буду выходной, разыграем этот приз для вас. Так что как-то так. Всем привет! Валера Рыбак был на связи. Топ я свой вам рассказал. В общем, ни хвоста вам, ни чешуи. И ловите огромнейших судаков.